В Атрау на проектную мощность вышел хлебокомбинат, построенный по программе форсированного индустриального инновационного развития. Сегодня там только хлеба выпекают 30 видов. В сутки хлебопеки отправляют в магазины 26 тонн продукции. Виктор Сутягин знает секрет успеха. Хлеб бородинский и президентский, формовой, гречишный и фитнес для тех, кто ведет здоровый образ жизни. А еще круассаны и булочки, печенье и пряники, торты и пироги. Всего 180 наименований хлебобулочных изделий или 26 тонн в сутки. Столько выпекает в Атрау новый хлебокомбинат, построенный в рамках программы ФИР 3 года назад. Особенности нашего производства заключаются в том, что в процессе приготовления мы используем рецепты, давно забытые, ну, как готовили наши бабушки. В процессе замешивания теста мы не используем дрожжи, у нас идет живая закваска, которую мы сами же и готовим. Это и помогло предприятию очень быстро завоевать местный рынок, где до недавних пор выбор хлебобулочных изделий был очень скудным. Белый и ржаной хлеб и несколько видов батонов. Работу получили 120 человек. В декабре 2018 года здесь построили мельничный комплекс, позволяющий варьировать с качественными показателями муки. Так что атырауский хлеб – 100% отечественный продукт. То есть мы уже не зависим от показателей поставщиков. Мы производим свою муку с показателем, который нам необходим. Это влажность, белизна и основополагающая клейковина. Мощность мельницы – 150 помолов пшеницы в сутки. Кроме муки, теперь предприятие производит и манную крупу. Реализуется вся продукция в 40 фирменных магазинах, построенных внутри всех микрорайонов города. Так что свежий хлеб у горожан всегда в шаговой доступности. Вы знаете, вот вкус и запах этого хлеба, вот как будто я окунулась в детство, потому что моя бабушка пекла вот точно такого же вкуса и запаха хлеб. Конечно, нравится, что большой выбор хлеба. Не менее важно и то, что ценовая линейка хорошая. От дешевого хлеба до изысканного на любителя. В планах у хлебопеков открытие сети магазинов в пригородных селах и ближайших районах. Виктор Сутягин, Амантай Матенов и Жандос Рахметуллин. Атырау. Итоги дня.